один из игроков. Они проводят какие-то учения? Может быть. Думаешь, нам стоит об этом доложить? Это будет нарушением протокола. Если там что не так, должен сообщить их отряд. Да, лучше держаться инструкций. Да. Осталось после воинов Вуки. Здесь было их тайное убежище в битве против Империи. Вон же! Нарушитель сверху! Понял! Открыть залповый огонь! Давай, опасен! Попробуй верни! Не ослаблять натиск! Осторожно! В укрытие! Надо стрелять! Ясно. Да, иди. Пламенные жуки! Они лезут сквозь стены! Огонь по гнезду! Враг наверху! Есть!
Атакую врага! Тебе не выстоять против нас! Враг скрылся! Необходимо всего минута! Меня не победить! Что, больно? Уклоняйся сколько угодно, я не отступлю! Боишься пропустить удар? Нам надо взломать эту дверь. Молодец. Ты точно хочешь подключиться к этой штуке? Ладно.
А, там можно срезать. Вот почему ты хотел сдвинуть эту штуку. Ты не подозревал об этом, да? Ты просто хотел включить резак. На помощь! Беги один! Интересно, Грис бы это приготовил? Нужно отойти!
Патруль вызывает базу. Обнаружена угроза безопасности. Тут какая-то паутина. Эй, кто здесь? Помоги, беги! Передал. Они наступают. Так они. У нас хоть преимущество в высоте. Что это было? Еще один резак потерян. Работающий резак рядом с тюремным блоком. Нужна помощь. Он пробивает дорогу и все крушит. Приближается противник. Уничтожить цель. Вы там еще живы? Пока да. Почти добрались. Хорошо. Имперские сигналы тревоги раздаются по всей планете. Если ты не доберешься до пленников... Мы справимся, я обещаю. Закрыто. Вот-вот будет здесь.
А наше подкрепление? Отступает. Хорошо. Сэр? Чем меньше помех, тем лучше. Мы нашли Джедая! Уничтожить цель! Он может сбежать! Джедай ранен! Я промахнулся! Да я с ним один справлюсь. Он был слабым. В него попали! Я воля императора! Thank you.
Это путь в теневые земли? Должен же быть способ пройти. Ты прав, мы не можем обыскать весь лес. Лучше вернуться к Со. Стражи нет. Рад помочь. Кто готов навалять им перцам? Хорошо, поможем этим вуки вернуться в строй. Отлично, джедай. Мы никого не бросим. Могу открыть. Что впереди? Мы совсем рядом. Противник, готовься! От нас не избавиться. Окей, Фуба, я покончу с тобой, джедай! Любишь бой? Ха-ха!
кто-то не хочет умирать. Я найду твое уязвимое место. Беди один, сюда. Тут заперто. Мне нужна помощь. Идем. Этот Вуки умер от ядовитых паров. Империя отравляет планету. Это процессор дроида-бойца. Думаешь о том же, о чем и я?
Эй, бейте один. Мне нужна помощь. Нашел что-нибудь? Без звуки нам не справиться! Скорей! У них подкрепление! Пошли, пошли! Дверь заклинила! Не поддается, мы в ловушке! Нужно вытащить их оттуда.
с ним разберусь. Нельзя ослаблять натиск. На помощь, Стим! Твои шансы на выживание низки, очень низки. Критическое попадание. Джедай изворотлив. Посредственность. Враг использует стиму. Сюда, кто-нибудь! В него попали! Похоже, он ослаб! Это займет всего минуту или две! Нет. Беди один! Скорее покончим с этим! Рассчитанный удар! Сканеры отказывают! Так точно! Отступаю! Да, я попал в него! Стреляй! Ему такое не по силу, верно? Он расправился с одним из... Готовься! Гадай! Хватает огневой мощи, чтобы пробить его корпус. Мы поможем. Продолжай, тут просто нужно собраться. Сюда! Скорее!
друзья! Это было тяжкое время. Мы потеряли многих, близких, родных из-за империи. Мрачное время. Но вера не угасла. Огонь не угас. Джедаи еще живы. Мы еще живы. Кашик еще будет наш. За свободу. Империя сделала с Кашиигом. Эта история повторяется по всей галактике. Нам, партизанам, не помешал бы друг джедай. Я польщен, но у нас своя миссия, и я не могу отступить. Пока. Предложение в силе. Не забывай. Кэл, я Мари Касан. А это командир Чойсик. Прости, я плохо понимаю. Чойсик говорит, что сделает все, чтобы найти Тарфула и поручиться за тебя. Думаешь, он все еще жив? Верь, Кэл. Мы будем на связи с твоим кораблем. За наше дело. Знаешь Тарфула? Он был в отряде Тарфула, но его схватили. Тарфул не может рисковать другими, чтобы спасти его. Он был на заводе месяцы. Чойсик поможет найти Тарфула, но тот постоянно в движении. Потребуется время. Большего я не прошу. Спасибо. Я рада, что ты с нами. Получилось. Мы были на волосок от провала. Без твоей помощи будет сложнее. Знаю, но не могу отказаться от своей миссии. Понимаю. У меня есть сведения, которые могут пригодиться. Несколько оборотов назад мои люди обследовали покинутую деревню Вуки поблизости. Следов Тарфула не нашли, но мы узнали, что самый безопасный путь в теневые земли лежит через этот завод. План эвакуации на случай, если все пойдет наперекосяк. Верно. Когда будешь готов отыскать Тарфула, воспользуйся этим путем. Рад, что нам удалось помочь Вуки. Освобождение угнетенных. Вот откуда черпаются силы для продолжения борьбы. Каждая смерть, каждая безвыходная ситуация порождает бойца, который не боится проиграть. Больше таких, и мы победим. Вы так долго сражались. Чему война вас научила? Общая трагедия объединяет людей. Чем больше у нас отбирает империя, тем сильнее мы становимся. Каждая несправедливость побуждает других присоединиться к нам. Сообща, мы победим. Как сегодня. Спасибо. Я вернусь. Кажется, нужна помощь. И сколько у тебя на счету? Думаю, 20. У меня 14. Ну, догоняй меня. Да, конечно. Чем дольше я живу, тем больше имперцев приходит. Я вернусь. Я прослушивала переговоры имперцев и кое-что узнала. Возобновлен проект Бур. Вероятно, империя вот-вот обнаружит еще одну гробницу Зеппа. Похоже, у нас еще много работы. Думаешь, что и другие будут в порядке? Всегда остаешься оптимистом, да? Эй, спасибо за все.
Пора в путь. Офицеры. Кэл, рада, что ты цел и невредим. С нами связалась Мари Касан. Мы знаем, что ты не нашел Тарфула. Обожаю, когда мы впустую рискуем жизнью. Это чудесно. Не впустую. Мари и Чойсик прорвутся. Мне нравится твой оптимизм. Он бы нам всем не помешал время от времени. Эй, я тоже верю в свет в конце туннеля, который я увижу, если умру. Ты отлично справился, Кэл. Хоть мы пока и не нашли Тарфула, но ты спас многие жизни. Помни об этом. Спасибо. Поговорим позже. Я занят. Надо придумать, что приготовить. Эй, парень, ты делаешь успехи в сборе семян, но в террариуме еще полно места. Так что добудь мне каких-нибудь новых. Конечно, Грис. Все для тебя. Может, теперь сюда? Назад на Зефа, а? Имперцы могли найти гробницу Зефа. Нельзя терять время. Жаль. Один из бойцов СО говорил об игре с высокими ставками. Кредиты лишними не бывают, верно? Ставки? Грис, одумайся. Недалек тот день, когда сброд Гаксиона выйдет на тебя. Ха! Эти оболтусы! Да я их за целый парсек учую. Твое увлечение ставками не должно создавать нам проблем с преступными синдикатами. Ты права, я знаю. Просто хочется иногда избавиться от стресса, понимаешь? Но это все в прошлом. Я уверен, проблем не будет. Приготовься, парень. Начинаем посадку.